Вот наши ФОПы стоят, Майдан. Довольно много сегодня. Черкасская область, Золотоноша, Умань. Ну, вся эта Черкасщина. То есть люди не отчаиваются, люди ездят сюда и стоят на Майдане. Сейчас спросим у них, что у них и как. Здравствуйте. 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 Что вы имеете на сегодня сказать? Есть какие-то новости или все как раньше? Ожидания хороших новостей. Ожидания все больше. Не пассивные, а активные ожидания, потому что мы сегодня здесь защищаем наше право на труд. И Черкасы, я думаю, Черкасская область, да и вся Украина понимают необходимость этого мероприятия защити ФОП. Еще такой вопрос. Вы сегодня ходили куда-нибудь к президенту, к депутатам? Лично мы не участвовали, но наша группа активистов ходила, участвовала в диалоге с Рахами даже, да, так вот, с, я так понимаю, губернатором Черкасской области. Но я думаю, вам лучше спросить у тех, кто непосредственно там. Ага. Сейчас спросим, да. Здравствуйте, ребята, не подскажете, как вы сегодня, каковы результаты сегодня переговоров? Сказал, что с Сергеем Ивановичем не хочет встречаться, так как Сергей Иванович выдвигает политические требования, а не наши экономические. Вот так сказал, да? Вот так, да. А вы сегодня их ради туда ходили, да? Сегодня мы их встретили там, депутатов просили подписать, чтобы на внеочередную сессию вынесли наш вопрос. Там совсем 6 человек, по-моему, подписано за 3 дня. И все, они все отказываются подписать, добрый. Но именно что начихались Арахами, и нам сказал, что с Дорочичем Сергеем Ивановичем встречаться они не будут. Пусть Илья себе делает свою политическую партию, и тогда с политическими лозунгами выступает. Вот. А с другими представителями СЕЙФОП они идут на переговоры, но с Дорочичем. А Дорочич знает все нюансы, все чітко, абсолютно кому. Ну, понятно, да. Он же с самого начала это вел все переговоры. Да, и вони тепер дуже бояться, бо вони по кожному пункту він аргументує, і в нього контраргументи. У нас не так. І через що получається коса на камінь? Повністю ігнор абсолютний і абсолютне несприйняття нашої позиції, тільки оце їхнє гетьманське, гетьманцева лозунги. Все має бути фіскалізовано, все має бути зарерошнено, весь світ працює, а ви не працюєте, значить ви скриваєте. Отож ви найбільші злодії, хабарники і неплатники податків. Ну, сьогодні єдине, що Рахамія взяв нашу концепцію. Не знаємо, звісно, прочитають вони її чи ні. Ну, будемо сподіватися, що все-таки, тому що уже смотрели и читали эту концепцию, сказали, что она экономически правильно составлена. И будем надеяться, что и все-таки они прочитают, может быть, увидят свет в конце ихнего туннеля. Дякую, спасибо. Ну, вы сами слышали. Пока что новости не особо радуют. Вот так вот. Ну, а лагерь на месте, как вы видите, вот наша палаточка, она тут стоит. Никуда она не делась. Прапором украинским, все как полагается, все как раньше.